Теперь, что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Это первое. Второе, если говорить пошире по этой теме, то вот что бы хотел сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути. И вот, знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Вот. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще. Что касается американского истеблишмента, не американского народа в целом, там, главным образом, очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе. Мы знаем об этом и дорожим этим, и будем на них опираться в будущем. Но что касается американского истеблишмента, то руководящего, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях. Ведь освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племен. Затем последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий. И все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter? Жизни черных имеют значение. До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением. Вот, руководствуясь вот такими соображениями, правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы. Ведь Соединенные Штаты – единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки. Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения. И почему об этом говорю? Потому что знаю, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов и на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления.
им придется с этим считаться. Ну а мы, имея в виду наши национальные интересы, будем развивать отношения со всеми странами мира, включая и Соединенные Штаты.